Здравствуйте, дорогие друзья! Кто-то присоединился новый, кто-то продолжает как бы предыдущую лекцию. Сейчас у нас разговор пойдет о художественном познании. Можно включить сразу презентацию? Да. Хотя, да, секундочку. Вот, значит, называется наша лекция «Деятельность художественного познания и его роль в духовном, нравственном, гражданском становлении личности». Вот такой план основных положений, которые мы бы хотели сегодня затронуть. Художественное познание и его кто-то не выключил звук. И его незаменимая роль в становлении человека и жизни общества. Значит, первый вопрос – это будет, что такое художественное познание? В чем его специфика? Художественное познание, художественная деятельность на уроках искусства, во внеурочной деятельности, в ежедневной жизни социума. Это очень связанные вещи. Обучение художественному познанию как инструмент формирования ценностных отношений, смыслового понимания этических норм и как необходимый опыт личного творчества. Я нарочно вот ставлю эти вопросы, чтобы они были важными акцентами в нашем дальнейшем разговоре. Художественное познание как инструмент формирования мотивации к духовно-нравственному развитию и ориентации в современном культурном пространстве для подрастающей личности. Как инструмент чрезвычайно важной мотивации, вообще интереса к жизни. И педагогическая рефлексия художественной деятельности наших учащихся, ее значение в управлении воспитательным процессом. Вот такие вопросы мы постараемся затронуть, насколько сумеем небольшой лекции, но которые являются сущностными для этой темы. Что же такое художественное познание и в чем его незаменимая роль в становлении человека и жизни общества? Мы все понимаем, что существует два вида. Вот у меня здесь как стоит. Художественное познание – это вид художественной деятельности. А художественная деятельность, она делится на два основных русла. Это творческое созидание и восприятие произведения искусства. А вместе они являются формой художественного восприятия жизни. То есть это цель в общем образовании – художественное восприятие жизни. Знаете, система художественного обучения в общем образовании – они, интересно, делятся на три части, на три вида, если хотите. Вот одна система – это обучение искусству как обучением правилам и навыкам. Такая традиция очень устойчивая. Она как-то связана и с результатом, очень важным социальным результатом. Это обучение конкретным навыкам. В конечном счете. То есть я научился рисовать то, то и то. Оно внутри себя имеет сюжетную основу и количество предметов. Оно очень понятно родителям. Они приходят и говорят, научил рисовать, вот здесь научили рисовать зайца, а вот здесь научили рисовать домик, а здесь научили рисовать. И это также относится к какой-то предметной, научились делать куклу. Вы понимаете, это то, что мы считаем как бы умение делать по образцу. Это в значительной степени не формирует опыт творчества, потому что он подражательный опыт, и опыт личностного размышления, потому что это мышление, направленное на освоение образца, который может варьироваться, трансформироваться. Но навык умения такое сюжетное
предметное умение становится главной целью. Есть другой подход, он очень уважаем нами. Искусство превращено почти в религиозную форму. Вот давай я тебя, ребенка, моего учащегося, отведу в прекрасный мир художественного творчества, в искусство. Искусство – это такая своего рода прекрасный райский сад, в котором надо уметь жить, расти, и это принесет тебе много радости и много... Это такая почти... И очень часто реально ставится цель занятия искусством, как занятие изобразительным искусством или вообще любым искусством в школе, как приобщение и умение пользоваться искусством, любить искусство. Вот надо приобщить к культуре как ценности, надо понимать искусство как ценность и как главную цель. Мы тоже во многом согласны с этим, как, между прочим, и с первым сообществом, которое я назвала, потому что учить приемам, учить методам, учить конкретному навыку необходимо, и здесь необходимо любить искусство и понимать. Но мы понимаем и то, и другое, как инструменты и средства. Причем не только в общем образовании, но даже и профессиональном, предпрофессиональном или дополнительном образовании. Потому что надо очень любить искусство, но искусство – это тоже инструмент для понимания жизни. И чтобы полюбить искусство и понимать его, нужны, несомненно, собственные творческие навыки, собственное умение разговаривать на языке искусства, потому что все можно понять и научиться чему-либо только через деятельность и созидательную деятельность. Разговоры об искусстве здесь совершенно недостаточны. Кроме того, я хочу сказать, что мы, несомненно, конечно, стоим на позиции, что каждый вид искусства, то есть, ну, скажем, музыку должен преподавать музыкант, изобразительное искусство – художник, а литературу – филолог, литератор. Потому что, да, везде существует ритм, в каком-то смысле везде существует интонация или ее аналог, везде существует разделение. То есть очень многие средства выразительные присутствуют в каждом виде искусства. Но когда мы это обобщаем, это получается разговор об искусстве, а не художественная деятельность. Профессионал должен обучить языку того искусства, с которым он работает. Это большой труд ребенка, и этот труд должен быть радостным, потому что это труд освоения жизни. А и в душе ребенка или в дополнительных, в общем, социальных проектах может это все и должен все это объединять, скажем, в творчестве, театральном творчестве, в оформлении праздников, в совместной деятельности. Все это можно объединить для того, чтобы ребенок почувствовал целостность художественного мира. Так вот, сейчас нас интересует не столько разница между художественными разными видами деятельности. Это я один вопрос затронула. Как противопоставление художественного познания научному познанию? Это очень важный вопрос в развитии художественного образования для всех. Дело в том, что научное познание – это познание объективной реальности, то есть закономерности мира, который нам как субъекту противостоит. Это закономерности мира вокруг нас. Это объективная реальность. А у художественного познания другой предмет познания. Это отношение человека к реальности. Вы понимаете, очень часто художественное познание интерпретируют как, ну, философия это называется низшая гносеология, как вот такой эмпирический опыт, чувственный, эмоциональный, а на основе его рождается научный опыт. Как нижний этаж, как такое. Это очень устаревшее представление
Оно, если бы так было действительно, оно бы давно ушло, художественное познание, оно не было бы нам нужно. А оно, скорее, сегодня нужно не меньше, чем научное, потому что оно формирует душу человека, его внутренний мир, его самоопределение, понимание окружающего мира, человеческое понимание. То есть художественное познание – это отношение, это познание и поиск, понимание, отношение человека к реальности. Принципиально другой объект, предмет, давайте здесь так скажем, предмет познания. И в этом принципиальная разница. И принципиально отличается, раз разный предмет познания, то, следовательно, и разные методы познания. Вот мы на первой лекции сегодня говорили о том, что наука изучается через информацию, а потом законы и понимание этих законов. А художественное познание идет через переживание, умение интерпретировать, понять через выразительные средства, художественные выразительные средства, как опыт переживания жизни. И вот именно этому мы, собственно, и учим на наших занятиях. Я бы здесь еще подчеркнула и такой момент, что художественная деятельность осуществляется, мы уже только что сказали, осуществляется в создании художественного продукта и восприятия. Но восприятие как произведение искусства, так на этой основе окружающая реальность. И мы различаем смотрение как пассивное, пассивную деятельность, пассивная недеятельность, а пассивное восприятие, которое не имеет специальной установки. Перед смотрением не стоит задача. Он вообще человек видит то, что знает, и то, что ему аналитические способности зрительные при этом могут быть очень вялыми, пассивными. Мы же учим, стараемся учить видение, ударение видения, как активная деятельность, как установка на специальную визуальную задачу. И решение этой задачи является способом. Решением поставленных задач является этапами развития визуального мышления. Известный психолог, наш очень выдающийся психолог, академик, Владимир Петрович Зинченко, который более многих занимался визуальным мышлением и восприятием нашей науки, психологии, определяет визуальное мышление как деятельность, продуктом которой является порождение новых образов. То есть именно своим визуальной деятельностью мы порождаем те образы, которые для нас потом воплощаются, являются смысловыми видением мира. И вот здесь очень важно понимать, что визуальный образ, он очень целостный и очень, с одной стороны, он требует большой специальной работы, но существуя в нас, он является очень целостным, и он очень быстро действует на наши чувства, переживания и представления. Вот здесь мы натыкаемся на очень интересные вещи, которые сейчас нам показывают наши конкурсы, челленджи, наше общение и педагогическая работа с детьми. Вот посмотрите, когда я скажу какую-нибудь эпоху, назову или какую-нибудь национальность, мне вот нравится сказать Древний Египет. И вы сразу внутренним взором, вряд ли вы читаете тексты, вспоминаете египетские тексты или войны, или даты правления фараонов. Вы сразу ощущаете некий зрительный образ внутри себя из опыта вашей насмотренности произведений Древнего Египта. Они у всех есть. И вы сразу ощущаете... Также... Я могу назвать там любую эпоху, Древняя Русь, и в зависимости от знаний у вас тоже будет
возникать некий целостный образ, чем древнерусская культура отличается, скажем, от европейской культуры барокко 17 века. И вот сразу представить и то, и другое, как некий внутренний образ. У нас всегда присутствует некий образ, внутренний зрительный образ, который сразу дает нам ориентацию и в пространстве, и во времени, в истории, в представлении. И то же самое касается и реальности сегодняшней, одномоментной нашей жизни. Целостность зрительного образа, она очень важной составляющей является нашей духовной жизни. Но вот мы все наши опыты работы с детьми показывают, насколько есть одна тема, которая воплощается детьми и сразу, и есть темы, которые удивительно выражают отсутствие знаний и понимания детей. Вот, например, предыдущий год был годом Великой Отечественной войны, победы, на 75-летие победы. А сейчас будет не менее важный год, год начала войны. Это тоже очень-очень важная тема и играет большую роль. Мы задали специально в своем конкурсе, мы подчеркнули не 75 лет победы, а опыт твоей личной семьи в движении к победе, к Великой Победе. Как твоя семья пережила вот этот опыт движения к победе? И что мы получили? Мы получили много тысяч рисунков со всей территории страны. И сразу мне бросилось в глаза, что вся эта совокупность рисунков отличалась от моих представлений о том, какими они будут. Вот по таким параметрам. Когда я была молодой, то есть мои ровесники или дети, с которыми я занималась молодым преподавателем, если мы обращались к войне, они рисовали большей частью бой. Подвиг героев, летят самолеты, идут танки, герой бросается там на амбразуру. То есть вот какой-то был героический пафос преобладал и увлечение вот этой военной техникой, героизмом советских воинов, и их отвагой, бой. Бой был главной темой. Мы почти не встретили изображение боя сегодня. То есть вот изображение боя, казалось бы, масса мальчиков участвовала в этом, но мы почти не встретили. И я стала анализировать, в чем дело, и поняла, что мы сказали опыт твоей семьи, а кто в основном бабушки и дедушки наших сегодняшних детей? Это дети войны. И основная – это те люди, которые были во время войны детьми. И темы в основном как в тылу, чаще в тылу, переживалось детьми этот голод, холод и трудности войны. Тема голода, тема очередей, тема встречи с войны, возвращения с войны или проводы на войну. Вот это очень активная тема. А боя фактически нет. Рассказа про героев фактически нет. Почти нет. То есть очень интересно проанализировать это и очень интересно увидеть вот это художественное познание. Я тут недавно читала тексты, литераторы дали школьникам изобразить некоторые четверостишья из Евгения Онегина. Или даже из поэзии, которая входит в обязательную литературу младших классов. Это оказались удивительные рисунки, над ними смеялись, но я думаю, это не столько смех, сколько обращение к нам. Дети не видят культуры той эпохи, не знают ее.
Мы сейчас задали работать над темой героизма. Специально был День Героев Отечества в декабре. И очень интересно, они... Мы просили именно исторические темы, не только героев Великой Отечественной войны, но и героев нашей истории во все ее времена. И вот дети рисуют Бородинское сражение, они знают, семиклассники рисуют Бородинское сражение, в котором мы видим летящие самолеты и взрывы бомб, и современное оружие времен Отечественной войны в руках в общем-то, гусаров, как бы можно сказать, что в какой-то мере они гусаров представляют, и даже лошадь, но при этом взрывают, летят самолеты. И это очень показывает, насколько наши дети не знают, не имеют представления о культуре разных времен. И это очень серьезный вопрос, потому что история необходимо знать именно в как настоящую историю. Это серьезнейший вопрос. Поэтому мы уделяем большое внимание сохранению культурного наследия. Вот вы видите сейчас детские работы, это сугубо памятники. У нас конкурс по культурному наследию, мы будем его еще проводить. Но умение ценить и видеть памятники истории, но нам сейчас вот мы, у нас идет виртуальный марафон и будет изобразительный диктант уже осенью. Это очень интересное такое творческое состязание, которое возникло недавно, причем было очень поддержано руководством страны и получило президентский грант нам по аналогии с географическим диктантом, с историческим диктантом и филологом, мы назвали диктантом. Хотя это диктант только очень условное в данном случае понятие, это творческий конкурс. Но мы его обращаем именно к пониманию исторических событий отечественной истории. Это очень важное направление художественного познания, которая является универсальным для всех систем развития школьников и дает нам удивительно интересный материал. Кстати, вот мы в прошлом году был юбилей Пушкина, и вот опять же рисунки в тысячах пришедшие к нам показали однозначно, что дети знают, что был Пушкин, знают, как он выглядел, знают истории из его биографии, часто мифически придуманные, с Натальей Гончаровой и так далее. Но и знают сказки. Знают, легко иллюстрируют сказки. Но мы почти не встретили русскую дворянскую культуру XIX века. Мы почти, а тема была именно образ отечественной культуры, образ отечества в произведениях Пушкина. Образ вот сам образ страны XIX века детям неизвестен. Они не чувствуют его целостный образный, а поэтому очень многое не понимают. Не понимают не в том плане, что надо знать исторически ушедшие слова, а в том, что надо понимать историю. Это очень важный этап становления духа национального, понимания мира, понимания нашего сегодняшнего многих процессов, идущих у нас сегодня, и страшно, если мы их потеряем. Это будет совершенно другое поколение. Мы должны обратить на это внимание. Художественное познание очень много помогает овладеть, с одной стороны, впустить в свой внутренний мир, а с другой стороны, дает возможность нам видеть в результатах детского творчества мы видим многие процессы и душевной, и духовной жизни. И вот здесь я сейчас показываю вам такую таблицу, мы называем ее 3 на 3, потому что мы выделили основные такие идеи освоения художественно-образного языка, потому что мы подходим к обучению не как
овладение правилами грамматическими, то есть они подспудны, безусловно, но как освоение художественно-образного языка. Потому что главное для нас формировать художественную речь ребенка и умение ее понимать, смыслово понимать, а не повторять правила. Это особое и очень значимое для нас, этот очень значимый и очень современный, по сути, метод, потому что в той многостилевой ситуации, в которой мы живем, и, понимать искусство можно только овладев основами образного языка, а не четко правилами определенной культуры. Для нас очень важна задача творческого развития личности. Опять же, творчество – это не повторение образца. И художественная культура как духовное развитие личности, то есть как понимание историко-культурного развития личности. И вот это все объединять, все это обязательно присутствует, все три задачи. Но мы можем выделить в каждой системе обучения, уровне обучения, приоритет какой-либо задачи. Так, для общего образования, общей школы, конечно, приоритетное и главное – это общая художественная культура, духовное развитие личности. И освоение образного языка и развитие, и творческое развитие является опорами, основаниями этой цели. В детской художественной школе приоритет, конечно, овладение художественно-образным языком, то есть овладение именно предпрофессиональными умениями. А студия или дополнительное образование, или неурочная деятельность – это пространство наибольшего творчества, потому что здесь нет жесткой программы, здесь каждый педагог может выразить свои интересы творческие и посвятить им специальное время. И также ребенок по своему интересу, простите, по своему интересу и своим увлечениям может выбирать то творчество, которое ему наиболее близко. И получается такая прямая восходящая линия. То есть в общее образование центр духовное развитие культуры, овладение художественной культурой в целом, творческое развитие, приоритет в студийной работе и в предпрофессиональной детской художественной школе становление уже навыка и языка на основе всей этой системы. Получается такое очень красивое восхождение и совершенно конкретная работа каждого уровня. Нам представляется, что это вообще-то относится к любой деятельности и в биологии, и в физике, и в литературе. И это очень, нам представляется такая схема очень универсальная и очень важная в постановке целей и задач. Что такое художественный образ? В принципе, я уже в целом сказала, но я хочу еще раз подчеркнуть, что художественный образ часто очень невнятно, существует много диссертаций, даже мне очень хорошо знакомы, где очень сложно объясняются разные уровни художественного образа, разные уровни, ну, как эскиз, как созидание, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но как это определить проще? Художественный образ выражает отношение к реальному миру. Он заключает в себе восприятие реальности и отношение к этой реальности. То есть художественность в работе, в отличие от срисовки с фотографией, проявляется в том, что я восхищаюсь этим миром или вижу его состояние грусти или тревоги, или внутренней борьбы. То есть у меня есть какой-то... Художник структурирует хаос реальности, его выстраивает в отношении какой-то своей мысли по отношению к этому, к тому, что он изображает. И это принципиально отличает от... Простите, ну, понимаете, ну, ничего не потому.
принципиально отличает, только не горячая, а принципиально отличает от вот такой фотографичности. Хотя фотографии — это тоже произведение искусства. Я сама люблю тоже, кроме живописи, люблю фотографию. И понимаю, что такое художественный образ фотографии. То есть там стоит точно та же задача, только фотография обычно мимолетный момент, а художник, спасибо большое, выстраивает свой образ. И поэтому он всегда индивидуален. Он индивидуален для этого художника. Но художник всегда выражает свое время, свою эпоху. Он не может жить отдельно от того сообщества и того контекста, в котором он воспитан и в котором он живет. Поэтому любой художник, выражая индивидуальный свой опыт, выражает опыт своего времени и своего сообщества, своей эпохи. Он не может рассказывать только о себе, он представляет свое время. Но интересно то, что, и очень важно, что чем более ярко и тем более глубоко он выражает это свое время и свою эпоху, и свое сообщество, и контексты, в которых он живет, то есть общие, тем более он будет, тем более талантливым его сочтут. В некоторых случаях оригинальность является главным. Но когда? Когда идет невероятно большой стандарт, и оригинальность разбивает этот стандарт ради уничтожения стандарта, ради противостояния стандарту, может быть, эпатаж, вызов, оригинальность. Но на самом деле глубина художественного образа обычно выражается не тем, что он оригинально. Оригинальность понимается как индивидуальное решение, а тем, что он глубже других, выражает некий общий социальный опыт. Это надо очень понимать, потому что все ставят как цели конкурсов и все оригинальность. Одно дело самостоятельность и индивидуально прочтенный опыт. Это обязательно личностный опыт. В художественном произведении должен вырождаться. Но личностный, однако, он должен быть общезначимым, то есть интересным для всех, выражать какую-то общую интересную идею. То есть детей не надо воспитывать на оригинальность ради оригинальности. Выкаблучивание не помогает их творчеству. Им нужна глубина понимания мира. Вот наших учебников, вы понимаете, что все мы являемся представителями школы Неменского, и мы это очень гордимся. И Борис Михайлович является нашим идеологом и главным, так сказать, воспитателем и мыслителем нашей команды. И главное, что для нас важнейшим принципом является связь искусства с жизнью, жизнью людей. И это системообразующий принцип нашей деятельности в самом широком, в том числе учебного комплекта, который мы создали для школы, которые существуют в тысячах и тысячах школ в очень большом по всей нашей стране. Вот эта связь искусства с жизнью мы понимаем именно глубоко, не как сюжетная основа, а как принципиально значимая роль искусства в понимании мира. И, конечно, глубоко и подробно все это изложено в книге Бориса Михайловича Неменского «Педагогика искусства» и во многих наших учебниках. Я не случайно привожу учебник своего авторства еще и потому, что он является, ну, как бы вся вот философская часть нашей педагогики более всего выражена в этом учебнике, но задача его состоит не в том, чтобы... Я бы хотела здесь подчеркнуть такую вещь. Жизненные социальные задачи стоят в каждом учебнике. Но в изобразительном искусстве у нас свой
метод преподавания. Ведь когда ставится вопрос, а как в школе в один час уложить все виды, сегодня, слава богу, законно вошли через стандарты все виды визуально-пространственных искусств. Как, ну, вот этот учебник, он посвящен сугубо именно изобразительному искусству. И он построен, а как живопись, рисунок и композиция чаще всего идут перечисленчески. То есть какие-то уроки по живописи, какие-то уроки по рисунку. Мы с Терпим сделали жанровую природу. Я не случайно сейчас об этом говорю, потому что это напрямую связано с задачей художественного познания. Почему, вы знаете, очень любят скороговоркой говорить виды и жанры искусства. Виды и жанры, часто не понимая принципиальной разницы между видами и жанрами. Я сегодня уже говорила, что виды рождаются от жизненных потребностей. Вид сам по себе не рождается. Стену надо расписать, значит, будет монументальное искусство. В книге рождается графика и так далее. А вот жанры – это сугубо искусствоведческая природа рождения жанровой системы. Для чего? А потому что жанр в изобразительном искусстве – это предмет изображения. Предмет изображения вечный для искусства. Ну, скажем, так или иначе, во все времена изображается человек, изображается его окружение через предметное окружение, через природу. Даже если не было пейзажа как такового, пространства, то все равно обозначали местонахождение человека. Так вот, мы, когда разбираем жанр, то мы видим, как менялось понимание человека. То есть человек в разные эпохи имел разный образ, образ человеческий. В нем было акцентированы разные качества. Он имел разное художественное окружение и художественное самовыражение. Я очень люблю, особенно в юности писала, в основном про 17 век. Это век, с моей точки, ну, это легко доказать, век воспевания величия человека. Человек, самый величественный образ человека в истории нашей культуры, воспет в 17 веке. И каждый предмет 17 века пытался это выразить. Очень по-разному, но значимость и величие человека как вершины божественного созидания – это 17 век. А глубина психологическая – это 19 век. И мы разбираем, как менялся подход к человеку, как менялся его образ, почему это происходит. Одновременно осваивая художественные методы его изображения, то есть те правила, те выразительные средства, которые воплощали этот особый образ. Пейзаж родился очень поздно, понимание пространства. И мы сразу показываем, как по-разному понималось пространство во все времена. Не потому, что оно шло от какой-то глупости человеческой к высокому линейной перспективе, как высшее достижение. Во все времена пространство изображалось по-разному, потому что это воплощало определенное понимание мира. И ребенок осваивает, как по-разному. И оказывается, многие народы до сих пор не имеют своего пейзажа. А как рождался в отечественный пейзаж? У нас огромную роль играет отечественный пейзаж в русском искусстве, но родился он в 19 веке и по-настоящему сформировался только к его концу, как воплощение национальной идеи, как воплощение определенного зеркала человеческого переживания мира, человеческой психологии. Это очень интересно, и это отсутствует во многих других культурах. В той же Франции прекрасным их развитием пейзажа они не прошли некоторые те этапы, которые прошло русское пейзажное искусство, которое теперь занимает огромное место в творчестве
сегодняшних художников и в нашем понимании своего Отечества. То есть художественное познание через художественную деятельность и через художественное восприятие, а восприятие, оно всегда, художественное восприятие идет через интерпретацию, через понимание, оно вовсе не является наивным. Так же, как и детские рисунки не бывают просто наивными, они обязательно связаны с культурой своей эпохи. И это прекрасно доказала Наталья Николаевна Фомина, очень известный наш специалист по детскому творчеству. Искусство всегда, детский рисунок отражает то искусство взрослое, которое его окружает, связано с ним. Так же, как и сегодняшнее детское творчество, его расцвет очень связан с развитием изобразительного искусства в нашей стране в 20 веке. И это очень интересно связано сегодня с процессами актуального современного искусства, его, так сказать, агрессии и противостояния нашей традиции европейской, которые вдруг столкнулись и сейчас играют огромную роль их противостояния и в то же время взаимодействие, диалог, это очень определяет наши базовые ценности нашей мировоззренческой жизни. И мы должны к этому относиться крайне серьезно. Вот, я просто показываю хочу заключить словами Бориса Михайловича Неменского, что искусство – это важнейшее средство приобщения человека к общечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт. Этот опыт для нас существует в детском творчестве, и это очень важный момент, который мы должны воспитывать, реализовывать, формировать. Это личное детское творчество должно приходить через эмоциональное переживание реальности. И поэтому художественные дисциплины по самой своей сути должны быть направлены на формирование внутреннего мира растущего человека. Этим определяются особые возможности эстетического цикла. Ну, на пути гуманизации школы. В этот момент написано, когда задача стоит. И она и сейчас стоит. Гуманизация в каком смысле? Мы даже хотим найти способ утвердить такую медаль для художников-педагогов за развитие человечности в человеке. Мечтаю сделать такую медаль и выдающимся педагогам изобразительного искусства вручать медаль за развитие человечности в человеке. У нас будет, еще раз повторяю, если для кого-то это повторение, в конце марта мы хотим провести открытую конференцию художников-педагогов с участием, широким участием искусствоведов, художников, вообще художественной общественности, и привлечь внимание к детскому изобразительному творчеству как особым феномене современной художественной культуры. Потому что это, безусловно, новое и чрезвычайно интересное явление, в очень многих аспектах новое явление. И мы бы хотели, чтобы это осознали и увидели, потому что это очень интересная часть нашей художественной жизни. А еще у нас в следующий вторник будет очень интересный круглый стол о художественном наследии в детском творчестве и в современных формах, так сказать, преподавания искусства, связанные с современным так называемым актуальным искусством, да, акционизмом и так далее, всякими перформансами, инсталляциями и так далее. С одной стороны, это форма современного искусства, и они обладают определенным художественным познанием. Но с другой стороны, где тут границы изобразительного или театрального искусства, а главное их содержательный вопрос и отношение к художественному познанию в жизни. Я думаю, ни один народ сегодня, ну, я имею в виду большое цивилизационное пространство, не обладает таким удивительным
развитием художественного познания жизни. И я надеюсь, что мы причастны к этому. Мы художники-педагоги. И не случайно у нас такая удивительно интересная пассионарная среда существует художников-педагогов. И спасибо, что у нас есть общий союз, потому что вот те результаты художественного познания, которые мы сейчас видим в реальности детского художественного творчества, требуют и нашего внимания, и нашей рефлексии, и, безусловно, чрезвычайно для нас интересны. Я передаю слово для более практического разговора Марине Константиновне Астафьевой. Добрый день, опять же, еще раз для тех, кто присоединился. Я приветствую вас, и мне бы тоже хотелось... Моя часть сегодняшнего вебинара была посвящена мотивации детей, да, в духовно-нравственном развитии и рефлексии педагогов. Я бы хотела немножко попозже об этом поговорить, потому что после такого вдохновляющего выступления Ларисы Александровны мне бы хотелось визуализировать вот такой наш общий процесс взаимодействия, вообще какой-то позитивный результат роликом, который является сборником лучших работ, работ победителей Всероссийского изобразительного диктанта прошлого года, 2020 года. Там не все работы, мы его сократили, потому что ролик, который включал все работы, длился 15 минут, а здесь мы выбрали просто такие самые показательные. И когда я смотрю сама этот ролик, когда мы его создавали, у меня было ощущение, что вот человек, который его смотрит, он, мне кажется, может постичь, что такое русская душа, потому что там настолько каждый образ настолько отзывается в душе, там много тем, там много было различных направлений, но так это отзывается. И вот мне кажется, любому человеку за рубежом, для того, чтобы понять, что такое русский человек, нужно посмотреть набор образов. Вот это то, о чем вы говорили, да, когда мы говорим о каком-то определенном времени, мы имеем в виду, как бы сразу в голове возникают образы. А здесь возникает какой-то совершенно срез нашего понимания, нашего менталитета. Поэтому давайте уделим 5 минут времени для того, чтобы немножко так выдохнуть и понять, о чем мы говорим. И скажите, что это очень вкусно. Thank you.
Там еще большой список всех детей, которые в этом принимали участие. Мне просто хочется сказать дополнительно, что, кто не знает, как это происходило, это не заочный конкурс. То есть, если работы не были подготовлены там, месяцами и с какой-то серьезной там, проработкой в несколько занятий, это работы, которые были сделаны в очном формате. Детям давались темы, на каждую школу отдельный блок тем, и работы создавались в течение 3 часов. То есть вот такая, такой у нас регламент проведения диктанта. И потом эти работы, соответственно, оцениваются членами жюри, и мы отбираем и смотрим. И посмотрите, да, какой получился широкий горизонт образов, связанных с нашей историей. Опять же, всероссийский изобразительный диктант не означает, что это только в России, у нас 9 зарубежных стран в этом участвуют. Они рассказывали о своей истории, о своих мыслях о родине. В этом году диктант будет посвящен, тогда у нас была тема «Россия – наш общий дом». Опять же, не подразумеваю, что это только Россия. А в этом году у нас тема «Моя страна – моя история». То есть мы стремимся сейчас дать такую хорошую историческую палитру, что происходило в разных городах. И очень интересный будет формат. Вот опять же, уже возвращаясь к теме нашего вебинара, да, мотивация детей. Как замотивировать детей участвовать в этом? Честно говоря, вот сам диктант, почему он так... Я думаю, что это самый большой конкурс очный в России состоялся. И почему он так успешно прошел? Потому что в первую очередь были замотивированы педагоги, потому что мы очень хорошую создали такую среду, и школу жюри педагогов создали, педагогов изобразительного искусства, и создали большую поддержку в виде инновационных площадок, на базах которых проводили вот этот диктант. То есть большая была такая проделана работа, и поэтому замотивированы были педагоги. Но и дети в том числе вовлекаются в этот процесс и тоже мотивируются. Почему? Потому что, во-первых, интересный формат, да, такого взаимодействия. Во-вторых, у нас были хорошие призы, хорошие подарки победителям. Для гран-при мы провели даже целую школу иллюстрации. В общем, был большой интересный проект, он продолжается, в этом году он тоже будет. И вот, например, в этом году, так как первый половина года у нас, ну, мы не знали, можно будет провести в очном формате или нет, и мы, в принципе, угадали, она у нас пройдет заочно. И тоже, какой способ мотивации мы нашли? Мы дали тему, как я напоминаю, посвящена истории. Но как так сделать, чтобы детям было интересно? И мы сейчас планируем создать не просто каталог этого проекта, а мы планируем сделать такую интерактивную карту городов России, кликая на каждый город, на каждый населенный пункт, даже не просто город, а ведь у нас очень много художников и в поселках, и в деревнях. И кликая на каждый населенный пункт, можно будет посмотреть именно те картины, которые созданы живущими там детьми. И таким образом мы увидим такой небольшой образ исторический вот этого места.
То есть это и большие города, и малые города. И мы увидим не только, скажем так, архитектуру, да, но мы увидим именно такую историческую ретроспекцию, что было здесь, что происходило, как рождался этот город, как он развивался. Вот это мы хотим увидеть, и я надеюсь, мы вот сейчас еще проведем проблемный вебинар на эту тему, потому что сейчас работы, некоторые вот недопоняли этого момента и грузят немножко другие работы, а нам важно, чтобы история, мы увидели саму историю. Вот это очень важно и интересно. А сейчас я бы хотела вам представить работы, которые мы тоже в таком успешном онлайн-формате провели в ноябре, ежегодную уже 25-ю да, мастерскую, 27-ю мастерскую Бориса Михайловича Немецкого. Это большая международная конференция, каждый год проходит. И она сопровождается, вот уже несколько лет сопровождается педагогическим конкурсом проекта. Я его всегда проходила в очном формате, то есть приезжали педагоги, защищали свои проекты, рассказывали о своих педагогических инновациях, рассказывали о своих социокультурных проектах, печатных проектах, сетевых. Вот. А в этом году, так как не было возможности собрать всех в очном формате, мы сделали конкурс роликов. То есть педагоги в роликах представляли свой опыт, и это было очень интересно, потому что мы смогли ознакомиться с этим опытом, а потом еще вот так вот в живом общении, в формате Zoom, пообсуждать, педагоги представляли свои проекты. И вот, собственно, мне кажется, что, во-первых, вот когда мы результатом таких вебинаров должно быть, да, какие-то новые идеи. Вот мне кажется, этими новыми идеями надо делиться, но не расскажешь все в одном вебинаре, поэтому мы вас просто приглашаем ознакомиться. Там у нас более 100 роликов, да, педагогических выложено вот на нашем канале в YouTube. Вы можете с ними ознакомиться. Также у нас год назад был форум, там тоже очень много проектов. Вот они, идеи педагогические, уже сформулированные, уже изложенные, с интересными нововведениями, с интересными моментами. Вот, ну, это нужно только искать, но вот я говорю, нам удалось сделать такую платформу именно взаимодействия не просто, вот, но и такой взаимопомощи педагогов. Поэтому в том числе это будет интересно и управленцам образования, потому что там очень многие проекты выходят далеко за рамки школ, выходят за рамки взаимодействия учителя и ученика, а на такую на широкую общественную, педагогическую, родительскую. Вот. И я бы хотела сейчас представить, мы возьмем кусочек ролика, да, потому что, опять же, вот целиком они большие, вы можете посмотреть на нашем портале. Вот. А это ролик, который стал обладателем гран-при нашей мастерской, нашего педагогического конкурса. Его авторы Бережная Дина Ильдаровна и Подкорытова Светлана Анатольевна, они преподаватели Троицкой детской школы искусств имени Глинки в Москве, города Троицка. Вот. И они представили проект, который рассказывает о творческом дипломе в школе. То есть это такой формат, на самом деле, не новый. И очень многие художественные школы, даже общеобразовательные школы такой формат имеют, представляют. Но нам показалось интересным, собственно, именно то самое содержание, вот о чем мы сегодня говорим, духовно-нравственное развитие. Они очень интересно это преподнесли с точки зрения помощи, даже не помощи, а с точки зрения того, что интересно именно самому ребенку. То есть они дали детям возможность выбрать темы, и там прозвучали очень интересные вопросы. Прозвучали вопросы не только, допустим, самоопределения, там, автопортретов, там, описания своей семьи и там, комнаты, но прозвучали темы буллинга в школе, прозвучали темы социального неравенства. Это темы, которые предлагали дети сами. Переживания, трудности, каких-то проблем. Вот. И интересный очень опыт там был композиции высказываний. То есть, на мой взгляд, это очень интересный именно опыт социального взаимодействия педагога и ученика и как раз вовлечение на том основании, что интересно обеим сторонам. Вот это очень важно, давайте посмотрим, и потом вы уже сможете этот ролик посмотреть целиком. На тему «Лампочка». Далее расскажем об этапах работы над дипломом. Подготовительный этап практически. Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы преподаватели Троицкой детской школы искусств имени Глинки. Меня зовут Дина Ильдаровна Бережная, я преподаватель истории искусства. Меня зовут Светлана Анатольевна Подкорытова, я преподаватель композиции. Представляем вам обобщение нашего многолетнего опыта создания творческого диплома в выпускном классе художественного отделения. Итак, тема нашего выступления – творческий диплом в художественной школе
методика преподавания и результат. В последний год обучения наши ученики сдают экзамены по живописи, скульптуре и рисунку. Но кроме этого, в течение всего года они готовят творческий диплом. Он состоит из художественной композиции и исследовательского проекта. Эта работа оценивается по предметам композиция и история искусства. Для наших выпускников обучение в школе завершается публичной защитой творческих дипломов и выставкой. Творческий диплом – это авторская идея, ее аналитическое осмысление и художественное воплощение. При подготовке диплома наши ученики обучаются очень важным для художника процессом. Придумать идею, обосновать ее актуальность и новизну, создать композицию и художественные образы, которые наиболее полно выражают эту идею, связать свой художественный замысел с опытом других художников, с историей искусства, выбрать художественные материалы, сделать и оформить свою работу, провести искусствоведческое исследование, описать его в проекте, состоящем из текста и презентации, рассказать о своей работе на публичной защите, ответить на вопросы и замечания, оформить свою работу и смонтировать выставку. Таким образом, наши дипломники не только обучаются создавать художественные произведения от идеи до воплощения, но и получают навыки, которые пригодятся им в вузе, не только творческом, а также в профессиональной деятельности. У каждого ученика есть возможность выбора темы, которая ему близка и важна. Далее мы расскажем о наиболее актуальных темах на примере готовых дипломных проектов. Наши выпускники – это подростки 15-17 лет. Большинству из них интереснее всего говорить о самих себе, в том числе и в творчестве. Поэтому часто, практически в каждом выпускном классе, кто-то из них берется за автопортрет в той или иной форме. Это может быть не только автопортрет в узком смысле слова, но и семейный портрет или, например, архитектурный макет своей комнаты. В триптихе «Три поколения» Лиза Прохорова изобразила себя, свою маму, свою бабушку, размышляя о том, как музыка объединяет разные поколения. Катя Пирожкова создала идею и макет жилого интерьера. Это интерьер ее собственной комнаты, отражающего характер, вкусы и образ жизни автора. Создавая автопортрет, ученик анализирует свое состояние, учится рассказывать о своих переживаниях, мечтах и надеждах. Художественное воплощение этого достаточно личного жанра может быть самым разным, от реалистичного до образно-символического. Также ребятам интересно создавать композиции высказывания, направленные в адрес других подростков или взрослых. Их волнуют весьма актуальные темы, например, буллинг в школе, социальное неравенство. Авторы дипломов учатся создавать высказывания в форме графической серии или плаката. Даша Алимова создала плакат «Злые языки страшнее пистолета», призывающий обратить внимание на проблему психологической травли в школе. Эрика Неринг в графической серии «Красота в индивидуальности» изобразила известных личностей, которые в юности испытывали психологическое давление из-за своей внешности. Тем самым автор стремится помочь подросткам, переживающим подобные трудности. Некоторым выпускникам интересно проанализировать в своем дипломе творчество другого человека и сформулировать, в чем оно актуально для современной культуры. Это могут быть иллюстрации или композиции по мотивам литературного произведения, макет книги и запарафраз. Лера Коробкова создала авторскую композицию по мотивам живописной серии Клода Моне «Мост Ватерлоо». В графической серии Маши Малыхиной создано визуальное воплощение стихотворения Дмитрия Пригова «Крылатым воскресеньем». Автор диплома стремится передать эмоции стихотворения, а также размышляет о связи текста, изображения и плоскости листа в графике. Еще одна группа дипломов – это композиция на основе авторских замыслов и сюжетов. Например, это графическая серия комиксов Лолы Халимовой на собственный сюжет. Или графическая серия Тани Чечиной, которая изучала историю костюма, стилизации в одежде и создала графический образ коллекции на тему «Лампочка». Далее расскажем об этапах работы над дипломом. Подготовительный этап практической части дипломной работы – это интенсивный курс по... Дальше методику. Вы, конечно, еще раз повторяю, можете посмотреть сами этот ролик, потому что, чтобы не тратить сейчас общее время,
На мой взгляд, эти работы настолько отражают нашу современную жизнь, сейчас, которую мы видим вокруг, и иногда даже больше, чем работы взрослых художников. Всех актуальных искусств. Однажды мы присутствовали на жюри в африканском посольстве, там был конкурс, посвящен одной из африканских стран, и когда мы смотрели работу, ну, еще тема была такая очень яркая, такая необычная для детей, и члены жюри, и художники сказали, что, знаете, мы вчера были на выставке актуального искусства наших художников, и здесь работы лучше даже намного. Ну, вот. Вопрос в том, что дети очень, действительно, очень поднялся художественный уровень детей, тех детей, которые имеют талант, имеют стремление, имеют трудолюбие, имеют возможность им заниматься, и очень много стало хороших педагогов, поэтому действительно уровень очень хороший, самое главное направление, да, то, о чем мы с вами говорим. Еще один ролик, который я хотела бы показать, он рассказывает о том, там целый тоже большой проект, там проект о том, как в обычной, ну, обычной, я имею в виду общеобразовательной школе, не в художественной школе, в Мариинской школе искусств номер 1566 города Москвы, был создан музей детского творчества, но это тоже такая обычная история уже в практике педагогов. Ну, он там замечательный, там проходят и уроки, там проходят и лекции, там очень активный педагог это все ведет. Но я бы хотела акцентировать внимание не на этом, не на первой части ролика, а на второй, где она рассказывает о своей активности в интернете, в социальных сетях и в создании собственного портала, который вот, показывает всю их широкую жизнь совместно с учениками. На мой взгляд, это очень важный момент и такой ключевой момент во взаимодействии, во вовлечении современных подростков в это творчество. Даже не просто виртуальная среда, а именно возможность каждому ребенку показать себя. Потому что раньше таких возможностей практически не было в обычной школе. Я вот помню свою фотографию на доске почета, и все, это единственный был звездный час. А все остальное было совершенно невозможно. А сейчас благодаря неограниченным возможностям интернета, фактически ищущий найдет информацию, а желающий представит свою информацию. И особенно приятно, когда ты не сам это делаешь там, на своей странице в социальных сетях, а когда твой педагог или твоя школа на каком-то специализированном сайте показывает твою лучшую работу, показывает твои мультфильмы, показывает твои, ну, любой контент, либо виртуальный контент, либо копии работ художественных. И это видят родители, это видят друзья, это сразу повышает статус ребенка, уже когда он еще совсем маленький. И вот, на мой взгляд, это очень интересный такой подход, и у педагога есть и сайт, и страница в соцсетях, и YouTube-канал. И, на мой взгляд, ну да, наверное, все-таки нам всем нужно быть в данный момент жизни, ну вот такими активными в сетях, потому что это очень большая поддержка, в том числе и от, опять же говорю, и от руководства школы, и от родительского состава, потому что это сразу показывает, какая большая работа проводится, и сразу можно посмотреть, что происходит. Я попрошу тоже, когда не сначала ролик поставить, это 4.20. Давайте посмотрим. И за студия сказка. ИЗО «Сказка РФ». Раздел «Батика». Живопись. Есть разделы, такие как «Графика». Раздел, посвященный героям Великой Отечественной войны. Раздел декоративно-прикладного искусства. Разделы коллективных работ. Большие разделы проектов. Разделы
где записано видео. Видео будут добавляться постепенно. Видеоуроки, онлайн-уроки, дистанционные уроки. На сайте новые видео дистанционного онлайн-урока кружка «Рисуем горы». Видеоурок «Открытка для ветеранов». Будут добавляться и дальнейшие видеорепортажи. Сайт очень легко обновляется. Есть YouTube-канал с новым видеоуроком онлайн-занятия на каникулах «Рисуем горы». Для сайта музея «Сказка» создан виртуальный тур «Сфера 360». Можно использовать специальные очки-шлем виртуальной реальности. А также на сайте есть раздел «Наши награды». Там доступны сканы фотографии дипломов наших учащихся, победивших и занявших призовые места в конкурсах. В группе ВКонтакта «Музей» и «За студией» происходит активное общение, где публикуются работы детей на уроках, дополнительные материалы вне урока, современное и своевременное общение, поздравления с днями рождения и праздниками. В соцсети Facebook представлен музей «Сказка» и происходит общение с родителями. Родители всегда рады показать работу своего ребенка не только родным, но и коллегам. Сам сайт музея «Сказка» является хорошим мотиватором для плодотворной работы ребят. Задана высокая планка работ, к которым ребята стремятся. Приходите в наш музей, смотрите наши работы. Большое спасибо за внимание. Вот такой. Я понимаю, что на это требуется большое количество времени, сил. Но одно могу отметить, мы тоже прошли через этот путь, что технических возможностей сейчас сделать вот подобную работу или даже гораздо более расширенную, они настолько изменились, настолько все стало проще, все стало, даже создание сайта, даже создание, иногда и сайт не требуется, можно сделать очень хорошую группу в любой социальной сети. На Ютубе может сделать каждый свой канал. Появились совершенно потрясающие технические возможности для создания медиа-контента, то есть для создания своих инфографик, любой презентации своего опыта. И жизнь упрощается, я считаю, что упрощается, если следить за этими обновлениями, если искать вот эти возможности упрощения всех технологических процессов, то жизнь упрощается, просто на это нужно немного времени, чтобы это освоить. А потом посмотрите, насколько педагог все-таки в возрасте смогла это сделать. Абсолютно это не является, возраст давно не является ограничением для педагогов. Это совершенно точно, мы тоже по своему опыту можем это сказать. У нас большой сейчас новый портал конкурсный открылся, и вот звонят молодые педагоги и говорят, как-то сложно у вас регистрации. А я точно могу сказать, что огромное количество пожилых из каких-то маленьких городков педагогов совершенно легко осваивают все эти системы, потому что жизнь такая, что без этого уже мы никак не обходимся. И третий, последний ролик, который я хотела показать, это ролик тоже московских педагогов, Троицкая гимназия общеобразовательная. Там педагог, который на основе учебников Бориса Михайловича Невского в пятом классе, там есть тема, которая посвящена росписи народным. И она сделала проект со своими детьми. И здесь мы как раз говорим тоже о чем? О том, что через подобные проекты мы решаем сразу много задач. Да? То есть и говоря о духовном нравственном развитии, и о вопросах приобщения к народной культуре. И как раз-таки о той самой проектной деятельности, которая вовлекает детей и делает процесс с интересным им самим. И в ходе этого проекта, вот мы смотрели тоже весь ролик, приходилось решать задачи, искать материалы, возможности, но дети настолько увлеклись, что сделали интересные работы. И он может быть не настолько показательный, потому что многие педагоги это делают, но нам просто бы хотелось бы показать его, потому что это можно сделать на основе любой темы, любого взаимодействия. Только нужно увлечься, и педагогу увлечься, и детям увлечься какой-то определенной темой, и дальше можно развивать это в бесконечном количестве направлений, в поездках, в каком-то общении, в музее, в поиске музеев специализированных. Это совершенно удивительные процессы, которые могут родиться вот из одной фразы, из учебника, из одного какого-то образа или решения.
Давайте мы тоже посмотрим, тоже окончание, где рассказывается уже о групповой работе, которая была сделана. Группа пятиклассников презентовала серию тарелок, расписанных по мотивам вятской росписи. Подобных росписей мы более не нашли, но мои ученики заметили, что вятская роспись, как никакая другая, полна всевозможных языческих охранных символов, о которых они узнали в начале учебного года. Другая группа детей тоже выбрала вятскую роспись, но презентовала ее она на бумаге, изобразив главенствующий символ жизни – большую красную птицу. Третья творческая группа детей углубилась в отработку навыков кистевого письма в две краски – изучение Урало-сибирской росписи. Презентация проекта была в несвойственном для этой росписи материале на керамической тарелке. Еще две разных группы совершенствовали свои навыки кистевого письма через изучение украинской, или же еще ее называют петриковской росписью. Одни выполняли роспись на бумаге, а вторая же группа на дереве. Эти две группы объединяют не только роспись, которую они выбрали, но и то, что капитанами команд было принято решение, что каждый участник команды, независимо от его мастерства и навыков владения кистью, просто должен и оставить след своей кисти на изделии. Продукты, созданные детьми, получились совершенно не похожи друг на друга, и в этом их прелесть. Этот проект стал первым самостоятельным проектом в жизни ребят. Он содержал в себе все необходимые учебные задачи. Дети учились планировать свою деятельность, учились работать в команде и распределять силы. Учились работать с поисковыми системами интернет. В процессе реализации проекта пятиклассниками гимназии города Троицка были изучены, воспроизведены и представлены следующие росписи. Тагильская роспись по металлу, вятская роспись, обрядческая гуслицкая роспись, волховская роспись по дереву, или же украинская роспись, урало-сибирская роспись по дереву и жакутская роспись. И, конечно же, мизень. Спасибо большое за внимание. Вот такой вот опыт. Ну, я понимаю, что это пятиклашки. И, на мой взгляд, для общей школы они очень хорошо справились с задачей. Но это как раз-таки формат то есть не обычного урока, да, не обычного преподнесения информации, а такого вовлечения детей. И еще раз говорю, мир настолько изменился, что таких вовлечений, таких активностей может быть безумное количество, надо просто как бы искать. И в каждом городе, безусловно, есть свои возможности для развития, для дальнейшего взаимодействия. Есть свои музеи, краеведческие музеи, исторические музеи, есть свои живописные коллекции, есть свои какие-то народные промыслы. И другой формат взаимодействия очень активный в последнее время, мы видим, он развивается, это формат сетевого взаимодействия, формат взаимодействия между, например, школой и вузом, между школой и какими-то ресурсными организациями. И, на мой взгляд, это мы вступили в это время идей, когда идея идет впереди, и она рождает очень интересные проекты. И если ты вкладываешь в это свои силы, если тебе это действительно интересно, если тебя это вдохновляет, то вслед за тобой вдохновятся и дети. И мы видим огромное количество таких примеров. Я желаю всем вдохновения, я желаю всем поиска новых идей. Их даже иногда искать не приходится, потому что они буквально для человека ищущего, они всегда на поверхности, они все время как-то так случается, что сами проявляются. Поэтому самое главное – не опускать руки и видеть, насколько прекрасен мир вокруг, сколько можно нового, интересного подарить своим детям. Всего самого доброго. Я вам желаю хороших успехов.